Всем привет! Решил модернизировать свою поролоновую рыбку. У меня есть несколько вот таких поролоновых рыбок. Производитель Йорш. Поролоновая рыбка 12 сантиметров. Цвет 03F. Вроде бы как даже флюоресцентная. Ну и пришла ко мне мысль. Видел я некоторые поролонки с продетыми вот такими шерстяными ниточками. Только у людей я там видел, они коротенькие. Я решил сделать такие длинненькие. Я сейчас сделаю на одних подлиннее, а на других покороче. И посмотрю, какие из них будут ловить. Шерстяная ниточка — это просто купленная в клубочке шерстяная нитка. Вот такая штопольная иголка. И приблизительно где-то вот в этом месте я протыкаю насквозь и вывожу. Эту я сделаю покороче. Я что еще подумал? Возможно, еще можно будет ее вот такую короткую я оставлю. Возможно, можно будет еще проклеить ее, чтобы она не выскакивала. Ну, в принципе, я думаю, что свой срок службы она должна прослужить. Ну, особо не выскакивая, но мне кажется. Вот так вот я оставлю. Не знаю, длинные, наверное, такие ни к чему, но я просто начну с длинных. Я думаю, капелькой клея я проклею их, и они будут держаться прочнее. Ну, мне кажется, интереснее приманка стала. Это я вот увидел у одного производителя тоже поролоновых рыбок, и мне очень понравилось. И решил перенять это. Вот такие рыбки получились. С такими симпатичными плавниками. Мне кажется, длинноват. Обрежу я ее все-таки. Вот так вот. Очумелые ручки.